Политические партии поделились планами на Госдуму и особенностями предстоящей избирательной кампании. Так, коммунисты России планируют закрыть все округа и получить порядка 10% голосов по партийному списку. Гражданская платформа хочет привести в Думу 12 одномандатников. Российская партия пенсионеров «За справедливость» рассчитывает получить 3% голосов. При этом в настоящее время для малочисленных партий существует ограничение участия в выборной кампании в законодательное собрание области. Так, на сегодняшний день к выборам допускаются только те партии, которые смогут в каждом из 25 избирательных округов выдвинуть по 3 кандидата, то есть составить список из 75 человек. Фракция «Единая Россия» в областном парламенте вышла с предложением существенно упростить процедуру участия малочисленных политических партий в выборах. Для того, чтобы партии могли участвовать в этих выборах, мы инициировали изменения в закон, который дает возможность малым партиям выставить не в 25, а в 13 округах своих кандидатов. Ну и они сами решают, сколько их должно быть. Сформировать региональные группы от 1 до 3 человек, это от 25 до 75 человек, вот такой партийный список, конечно, очень тяжело партиям, которые не имеют политического веса и политического представительства в парламенте. Если у нас получится, мы, конечно, закроем все округа в Нижегородской области. У нас такая возможность есть. Ну, в общем, вот поэтому мы только за такую инициативу «Единой России». На сегодня в Нижегородской области работают отделения 67 политических партий, подавляющее большинство из них малочисленны. По мнению экспертов, в случае принятия инициативы для малых партий откроются дополнительные возможности. Это предложение «Единой России» позволяет большому числу наших граждан принять участие в политическом процессе, принять участие в выборах, потому что появятся партии, интересы которых соответствуют ожиданиям этих избирателей. К слову, инициативу единороссов по проекту изменений в действующий региональный закон нижегородские парламентарии смогут принять уже в конце месяца. 31 марта состоится очередное заседание депутатов законодательного собрания области.